Thank you.
случилось? Сереж. Не на футболе хоть? Не играю тут. Будь играть? Знил. Гипс? Доктор же шлиф. Нифига себе. Что, перелом? Тоже опасно. Вы не судите? Нет желания. Я в четвертом играю. Не выкинь, пожалуйста. Это какая-то привычка уже. Я исправлюсь. Я чуешь, в Европе там тиждень побуваєш, приїжджаєш сюди, не можеш викати на людей, на тиску. Угу. А там чисто на типі, чисто на то. Не важно, коротше, які води. Мне подходит, потому что второй, первый я не могу играть, потому что чаще всего не играют в воскресенье. Тоже третий. А четвертый играет в субботу. И мне как раз подходит. Тут где-то. Последняя игра. Пять, два человека еще за мной, там нападающие. И цей, короче, выходит, кричит, я, блин. Я такой хуяк, я остановился. Блин, ну и нахуй, сказал ты, сказал. Чудаки дальше несутся, блядь. Им двоих, блядь, положил. Да, да. Ты знаешь, я же взял, пацаны, я же сказал, что я. Я слышал про таких, что выносят вместе совсем. Да, если вратарское, то там... Я тоже вот в нападении тут тоже доказалось. Кричит я, ну и блюд все это затормозит. Бачишь, что ты не успеваешь, врезаешься. Кстати, Филтекс бойко, но он пропустил какие-то такие. Ну это опытные, эти ярмолицы, они, конечно, опытные до ужаса. Но они опытные до ужаса, вот видно, что они так... Ну считай, два сезона тут играли в самом зале. Да?
Угу. Капитан, по-моему. Ну, ну да. Не, я тут первый год никогда не смотрел вышку просто. А не пересекался бы никогда в вышке не играл. Ну не приходилось. Почти при все вышке. Ну да. Ну я говорю, физика у них, конечно, сумасшедшая. Так же самый тот Олимп с гаражной приезжает, все же носятся, как кони. Что там и пенсионеры же играют. Я за Олегом там тоже, там, помню, уже сколько, 6 лет только. Пенсия не месяца, блин. В прошлый раз они взяли кого-то малого, ну манюсенький, 10 номер такой, может сегодня ты его увидишь. Но так катал, 3 гола забил, при том таких. И издали прикордонный пункт. Центральный матч у них? Да, хорошая команда. Вторая и четвертая команда или вторая и третья игра? Четвертый. Пятый. Пятый, да? Пятый. Это же после 10-го года, интересно. Команда сбивает. Не суть, у вас сегодня еще Дуды не будет, да? А сколько ему дали? Хоть один? Я даже не заснял эту красную. Где-то он, наверное, на лавке что-то рассказывал. На лавке? Но я даже не видел, уже потом в протоколе увидел. Это же момент, короче, что, ну, там, я как бы руки не херят. Они не любят, ну, я по видео четко не могу. Я тоже не могу, но мы тоже были. Были. Там даже было видно вот это движение, и мяч сразу меняет траекторию. Там он еще мало того, он мог еще и фолить, такое чувство. Там был фол, то есть он не включил плечо. Ну, фол, это так и делает. Он же момент, что он что-то в него двумя руками его откидает, и в сторону. Ну, я лично так бачу. А я вже, знаєш, якось становишся, типу, ну, руки, блин, думаєш, дивись, де арбітри? Андрюха, я играю. Я ж заснял. Я ж заснял, как ты спрашивал. Кто же руки? Не, что не было, Серый, что не было? Я сам охуй. Как то анекдот, да? А что я, я сам охуй. Ты хоть не чуты тут видео? Ну чуты, но потом все равно, знаешь, я ж вырезаю, то я если слышу такое что-то не очень, то я там замазал звук. Но я сам иногда. Я же сам иногда тут с кем-то обсуждаю, что покритикую. Сереж, кстати, там Глаз просил, чтобы флеш-интервью был. Попроси, чтобы кто-то из команды ко мне пришел. После игры. Ну, да это на секунд 30, то есть хотя бы впечатление от игры и все. Ну сейчас меня требуют, а я каждый раз спускаться тоже мне очень тяжело. Во-первых, я никого могу не застать уже, мы все в раздевалке. Да и неудобно до ужаса. А Саша говорит, что и казал, что ты прикинь, ну, ваше интервью не было, я кажу, а что не было, а что, типа, ну, я так просто.